10 часов утра во всех уссурийских школах начались торжественные линейки. Несмотря на то, что День знаний в этом году выпал на субботу, традицию начинать новый учебный год 1 сентября не нарушили. За руку с мамой и с букетами цветов в 25-й школе спешили первоклассники. Их не испугал даже ранний утренний подъем. Все дети, по-моему, раньше хотели в школу идти. Просто им интересно там в школе учиться. 127 детей стали первоклассниками 25-й средней школы. Многие родители признаются, готовились к учебному году, пожалуй, серьезнее самих детей. Школьные принадлежности начали приобретать за несколько месяцев. Ряды учебников школа предоставляет, но некоторые материалы мы приобретали самостоятельно, так как это, ну, как бы хочется, чтобы и новенького ребеночка было. Ну, в общем-то, здесь пожелание каждого родителя. 11-классникам я пожелал бы прежде всего, чтобы они в течение этого учебного года выбрали себе специальности и окончили именно 11 класс, все сдали ЕГЭ. Поздравить с началом учебного года уссурийских школьников и учителей приехал губернатор края Владимир Миклушевский. Не все ученики Приморья 1 сентября вернулись с каникул. Из-за саммита занятия в школах Владивостока и Артема перенесли на 17 число. Как отметил губернатор, в крае достаточно высокий уровень образования. У нас очень серьезно выросла заработная плата, больше чем на 30%. И сегодня средняя зарплата учителя в Приморском крае превысила среднюю по экономике региона. Нам руководство страны поставило решить эту задачу до конца 2012 года. Мы ее решили досрочно, я этому очень рад. 1 сентября во всех школах округа классные руководители рассказывали ученикам о семье и семейных ценностях. Урок для старшеклассников 25-й школы провела Ирина Василькова, вице-губернатор Приморского края. Тема, которую она выбрала, была посвящена русскому языку и культуре. В этом году была тема посерьезнее, потому что, во-первых, нам рассказывали более с такой научной точки зрения все. Прошлые годы нам просто проводили классный час только в нашем классе. И в основном мы говорили о дате 1 сентября как о дне знаний и как о дне в начале Второй мировой войны. Кириллица очень похожа с нашим языком, и очень много узнала интересных поговорок, которые можем принести в свою жизнь и их в нашей жизни использовать. Губернатор края Владимир Миклушевский сообщил, что школы Приморья готовы к началу учебного года на 100%. Юлия Кузьменко, Анна Маринец, Сергей Удовиченко, Телемикс.